Сегодня будем рыбачить на мотыля, как обычно. Ну, на опарыша попробуем. Я сначала мотыля. Вот это вчера мормышка рыбкам прям понравилась. Разловилась. Так. Поэтому в надежде то, что карасик тоже на нее подойдет. Почему нас не клюет? Думаю, что нужно устроить перекус. Сейчас только начнем кушать, и он сразу же заклюет. Ты будешь кофе? Нет. Уже, не знаю, минут 20 сидим. Не поклевывает ничего, ну так мелочь поклевывает и все. Камеры, кстати, да, смотрели, там куча рыбы ходит, но не берет, даже не поклевывает, хоть мелочь клювала, теперь все затихло. Опа. Да, сейчас будет только возьмем, да? Да, сейчас заклюет. Оп. Ну все, ребят, сейчас заклюет. Рыбалочка началась. С утра обрадовались уже, то что сейчас карася наловим, как наловим. А вот уже он так стоять повалился и все. Ушел. Все. Включили камеру. Поклевок у нас нету. Брат прошелся, да. И за палаткой везде тоже ничего нету. Все люди бегают. Вот, по камере видно, не знаю, видно вам или нет, сейчас может поближе что-то. Во-во, видите, поближе что-то пройдет, тут прям лапти и караси здоровые, и лещи ходят. А у меня поклевывают только вот мелочь на удочке и все. Не активно что-то поклевало, активно. Сейчас просто ходит. Ну, сейчас еще немного подождем, посмотрим, будет ли что-то. Дальше сел поесть. Сел поесть. Красавчик идет. Тук-тук-тук. Туда тянет. Вот это карась. Тихо. Стой. Смотрите, ребят. Конечно, тянул он. Тихо. Большое на деле. Средний чувак. Сели покушать. Ребят, включили эхолот, проверить, что там у нас по рыбе, потому что не клюет. Смотрите, рыбы просто куча. Ну и в камеру. Да, и в камеру смотрели, она ходит, но куда она идет, не знаю, не берет.
Да, у кого-то клюет. О, это этот. А, красиво. Хороший, да? Да. Ребят, наконец-то я дождалась. Столько ждала, уже думала, все. Больше не будет, но... Вот, ой. Вот. Тихо, тихо, тихо. Долго я его ждала после утренней... После утренней поклевки, наверное, не знаю. Три у нас прошло достать. Карасик, ребят. О, красавчик. Покажи. Ну такой чуть поменьше, чем вот этих мы двоих вытащили. Я тоже вам вытащил хорошо. У меня поклевочка на эту удочку, не знаю. Мне мелочь что-то клюет. Все опущено на дно. Ребят, смотрите, уже второй карасик после того, как мы их ждали. О, хорошо идет. Конечно, тут получше тянул, но это тоже прям вырывает рывками резким туда. О, прям тут да. Еще вода прозрачная. О, смотрите, как он выходит. Красавчик. Да, таких карасиков в радость потерять. Мы не будем собирать. Ты что, блин, не кричи? Да. Тихо, 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 он такой сильный. Тихо. Все разъехались, думали, не клюет. Ну да, и мы уже собирались. Мы уже думали тоже. Так, ну все, пришли мы в машину. Отловились мы сегодня по полной. Это была лучшая рыбалка на ту, которую я попала за эту зиму. Сначала, конечно, не клевало, но вы видели. Местами. Вот. А потом как пошло, пошло. В конце аж не хотелось уходить. Она, конечно, реже клюет, но все равно. Вот. Рыбалочка, поэтому сегодняшняя мне понравилась. Так что, ребят, ставим лайки. Подписываемся на мой канал, на брата канал. И всем пока-пока. Пока-пока.